Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить», обзор событий дня третьего, последней октябрьской недели. Сегодня у нас сведения, полученные как официально, так и из источников, заслуживающих доверия. Нередко, надо сказать, эти самые заслуживающие доверия выдают сведения, получающие затем подтверждение, потому и для них тоже есть место в эфире. Коротко о наших темах. Неужели уйдет? Рязанский мэр Виталий Артемов написал заявление по собственному. Завтра Гордума рассмотрит крик души человека, который почти 4 года руководил исполнительной властью Рязани. Ворота на желтой разметке. Сегодня мы попытались разобраться, почему единственную велосипедную дорожку города буквально заперли на замок. Думу думали. Областной парламент провел очередное общее заседание. Но теперь обо всем подробнее. То самое неофициальное сообщение, о котором было уже упомянуто, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы. Уже к сегодняшнему полудню информагентство сообщили, что глава администрации Рязани Виталий Артемов подал в отставку. В ближайшее время якобы должно состояться внеочередное заседание Рязанской городской думы, где будет решаться вопрос о заявлении Артемова. Уже используя собственные источники, нам удалось выяснить, что действительно на завтра назначено внеочередное заседание Рязанского городского парламента. Напомним, Виталий Евгеньевич Артемов родился 13 июня 1968 года в Рязани. В 92-м закончил Рязанский радиоинститут, работал инженером в Рязанэнерго, а потом сделал неплохую карьеру в сфере энергетики и коммунального хозяйства. В июле 2008 года стал региональным министром теплоэнергетического комплекса и ЖКХ. А 11 ноября 2010 назначен на должность главы администрации Рязани. Таким образом, если сведения об отставке Виталия Артемова подтвердятся, то выходит, что в должности он пробыл без малого 4 года. Ну, на сегодня по Виталию Артемову все. Будем ждать новой информации уже по линии Гордумы. А пока еще о назначениях и людях. Сегодня официально вступила в должность Елена Сапунова, новый председатель Рязанского областного суда. А торжественная передача полномочий Сапуновой от прежнего председателя суда Анатолия Музюкина прошла вчера. Стоит напомнить, что Анатолий Павлович главенствовал во дворце Рязанского правосудия 14 лет. 28 октября председатель областного суда Анатолий Павлович Музюкин ушел в почетную отставку. За плечами Анатолия Павловича почти 30 лет работы в должности судьи. 15 лет из них он проработал председателем Рязанского областного суда. Указом президента Российской Федерации с 29 октября сего года председателем Рязанского областного суда назначена Елена Владимировна Сапунова. С 1999 по 2011 год проработала председателем Советского районного суда города Рязани. В январе 2011 года была назначена на должность заместителя председателя Рязанского областного суда. Сегодня состоялось очередное заседание Рязанской областной думы, передает наш парламентский корреспондент Глеб Галушкин. На очередном заседании Рязанской областной думы депутаты рассмотрели более двух десятков вопросов. Среди наиболее социально важных стало обсуждение законопроекта о возрождении Института народных дружинников. Теперь при муниципалитетах будут созданы штабы, куда могут прийти и записаться все желающие добровольцы. Предполагается, что нести дежурство по охране общественного порядка дружинники будут совместно с рязанскими полицейскими. Сейчас разработана символика, чтобы простые горожане на улице смогли узнавать представителя народной дружины и в случае каких-либо инцидентов обращаться к нему за помощью. Закон регулирует и права Думы, и права правительства в этом деле, определяет статус дружинника и гарантии его деятельности, как и материальное какое-то вознаграждение, которое будет определено муниципалитетами, и другие гарантии в случае там, неприятностей, гибели и прочее. Я думаю, что это очень своевременно, нужно и будет воспринято очень положительно вот именно людьми, которые активно болеют за все процессы, которые нас приходят. Рассмотрели депутаты и важный законопроект, направленный на патриотическое воспитание молодежи. Региональные парламентарии единогласно проголосовали за использование копии Знамени Победы на праздниках, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной войны. Данный закон, как бывает нечасто, исходил от всех фракций и поддержан всеми депутатами. Война коснулась и нашего региона. Слава Богу, не очень сильно. Но я считаю, когда на территории нашего региона проводятся мероприятия, связанные с теми или иными локальными боями, которые проходили на территории Рязанской области, когда мы отмечаем какую-то годовщину этих событий, также необходимо использовать
копию Знамени Победы. Естественно, это делается с той целью, чтобы как бы и сплотить народ, и в части воспитания патриотического отношения нашего подрастающего поколения усилить работу. Ну и по ряду других направлений мы считаем, что принятие такого закона, оно объективно и работает только на нашу историческую память и на консолидацию нашего общества. В настоящее время, когда и фашизм свою голову поднял, и нацизм, и в странах Прибалтики, и в нашей братской Украине, пусть подумает, когда будет вывешивать вот копии Знамени Побед, пусть посмотрит, что как мы победили это зло, смертельное зло человечества, и пусть задумается немножко. Согласно закону, копии знамени в обязательном порядке будут 9 мая вывешивать на зданиях органов государственной власти. Список зданий определит правительство области. После этого подсчитают, сколько бюджетных средств потребуется на изготовление полотнищ. Также органы власти будут использовать копии знамени в торжественных мероприятиях, посвященных как Дню Победы, так и другим значимым событиям Великой Отечественной войны. Сегодня мы попытались выяснить, что же это за такие тяжкие врата перегородили недавно созданную, но уже многострадальную первую рязанскую велодорожку. Почему многострадальную? Да потому что не успела она появиться, как тут же на желтенькие веселенькие полоски наставили машин, а теперь вот и воротами ограничили. Оксана Тебенихина передает от ворот, где теперь велосипедистам поворот. Первую и пока что последнюю велосипедную дорожку в Рязани открыли в конце минувшего лета. Велосипедисты нашего города были несказанно рады 400 метрам, выделенной специально для них полосы. Первая эйфория прошла уже через неделю, когда возле стадиона «Спартак» на желтой полосе начали парковаться автомобили. Согласитесь, в нашем городе и так не предусмотрено никаких условий для спокойного перемещения велосипедистов. Так еще и ущемляются их права, причем ущемляются в прямом смысле слова, вот этими самыми воротами. На днях в рязанских СМИ появилась информация о том, что дирекция автотранспортного техникума, приняв решение оградить свою территорию, установила прямо поперек велосипедной дорожки железные ворота. И тут уж с ними не поспоришь. Управлением ГИБДД было выдвинуто требование обнести территорию автодрома, на котором проходят занятия техникума. По версии начальства учебного заведения, велодорожка на том месте под мостом, где стоят большие въездные ворота, заканчивается, и начинается их территория. А техникум, мол, и так уступил свои 3,5 метра. Забор – это веяние времени, это требование ГИБДД, так как велодорожка выходит своим окончанием или своим началом на наш автодром. Не на какую-то такую территорию простой, она именно на автодром, где организовано учебное вождение для учащихся. А находиться на автодроме вообще категорически запрещено не только людям, не только вот, все равно, видите, едут с колясками сюда. Вот, поэтому это очень-очень опасно. Поэтому и появился этот забор. Вот оно, банальное отсутствие грамотного взаимодействия руководящих органов. Сделать сделали, а что дальше будет, увидим. Тут уж, как говорится, мы не при делах. В эту субботу свой профессиональный праздник будут отмечать судебные приставы России. Впервые упоминается эта служба в древних документах, как пишут в учебниках истории периода феодальной раздробленности. Нужны были тогда люди, гарантировавшие исполнение княжьих решений. Что и говорить. Нужны такие специалисты и сейчас. Рязанские приставы сегодня провели предпраздничное торжественное заседание. Сегодня мы подводим такие промежуточные итоги года. Как бы награждаем своих сотрудников, которые отличились. И мы награждаем не только ведомственными наградами, но и другие федеральные структуры, которые считают, что мы тоже внесли весомый вклад своими наградами, они их также отмечают. Праздновали приставы во Дворце молодежи. В торжественном мероприятии приняли участие исполняющие обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области Оксана Никонова, представители органов власти региона, руководители территориальных органов федеральных ведомств и правоохранительных структур, судейского сообщества, работники управления, ветераны службы. В ходе торжественного собрания за безупречную службу и высокие достижения в служебной деятельности были награждены работники управления. Кроме того, были подведены итоги ведомственных конкурсов, победители и призеры которых также получили дипломы и памятные подарки. Не были обделены вниманием и рязанские журналисты. Диплом за вклад в информационное освещение работы приставов получила Олеся Харлина, журналист нашей телекомпании, автор программы «Вызов принят».
Студенческий отряд Рязанского медуниверситета, исходив с благородной целью множества мест по Руси Великой и всему Советскому Союзу, пришли к промежуточному временному финишу, а именно к полувековой отметке, продолжает Олеся Харлина. В 1959 году 339 студентов-добровольцев физического факультета МГУ имени Ломоносова во время летних каникул отправились в Казахстан на Целину. Считается, что эта дата и стала днем рождения первых студотрядов. В последние годы интерес молодежи к участию в этом движении заметно возрос. На смену строительным давно пришли медицинские студенческие отряды. Немногие знают, сколько важных объектов возведено усилиями таких энтузиастов и активистов в Рязани. Завод станколинии в Сасове, Пронская ГРЭС, Рязанский мясокомбинат, Рязанский элеватор. Если раньше из 550 человек первого курса лечебного и санитарно-гигиенического факультетов, как правило, только 350 были годны к стройотрядовской работе, а остальные трудились как неорганизованные группы в больнице города Рязани, то сегодня есть принципиально новые структурные различия. Как и полагается, есть командир, комиссар, бойцы, и все они приписаны к одной из баз. Например, Конищевская, 11-я или любой другой районной больнице. Я представляю медотряд города Касимова. Он называется «Доброе сердце», существует уже около 5 лет. Вот в этом году мне довелось быть руководителем этого отряда. Мы с ребятами работали на базе Касимовской больницы, осматривали больных, ну, то есть делали все, что делают обычные студенты на практике. Но кроме этого у нас еще были свои мероприятия. За годы существования движения студенческих отрядов в их работе приняло участие почти 13 миллионов юношей и девушек. Валерий Кирюшин вспоминает случай из своей молодости, произошедшей в селе Дегтяно Спасского района. Вечером во время киносеанса раздался крик: «Горит магазин!». Студенты вынесли все, вплоть до 2-пудовых гирь и напольных громадных весов, и обеспечили охрану продуктов в течение всей ночи, пока утром из Спаска не прибыл наряд милиции, и вот это все мы передали с рук на руки, что называется. И пусть меняются времена, остается главное – желание быть полезным. Такой и должна быть современная молодежь, чтобы еще через 50 лет остался в истории след и студентов нашего поколения. В единстве, в дружбе формируется человек. И медицинская среда, в которой сегодня пребывают наши и воспитываются наши студенты, это залог милосердия, порядочности, взаимопомощи и, конечно же, человечности. Я всем желаю этого. Сегодня рязанский, образно говоря, герой Севера и в самом прямом смысле герой России, путешественник Михаил Малахов вместе с коллегами открыл фотовыставку о последнем исследовательском походе по следам геодезистов еще царских времен. Экспозицию осматривала Наталья Новикова. Экспедиция по проливам и островам архипелагов Шпицберген и Свальдбард успешно завершилась. Как рассказал ее руководитель Михаил Малахов, путешественники проделывали путь длиной более 3000 километров по неспокойной воде. Более 20 раз высаживались на берег, совершили 16 восхождений на высоты и изучили более 20 сигналов, оставленных геодезистами далекого прошлого. Практически все, что было намечено, экспедиция выполнила. Все нужное увидели, и теперь участники экспедиции имеют полную картинку того, что происходит в исследованной исторической местности, где в свое время развивались непростые события по измерению дуги меридиана Свальбард и кривизны земли в приполюсных районах. Сегодня рязанской публике был представлен фотоотчет о проделанной работе. В торговом центре «Малина» открылась выставка, на которой все желающие могут увидеть подробности суровых будней знаменитых рязанских путешественников. Сегодня мы делаем такой вот выход в широкую публику с рассказом о том, что собой представляла эта экспедиция. Конечно, это далеко не последняя экспедиция по изучению северных территорий. Так что будем ждать новых открытий, благодаря нашим путешественникам восполнять пробелы в истории, да и просто наслаждаться красотами заполярной природы. А глядя на фотографии, сомневаться не приходится. Она действительно великолепна. У нас на сегодня все. Через несколько мгновений будут включены камеры в студии программы «Подробности». Ее ведет Олеся Харлина. Сегодня разговор пойдет об автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, о работе камер наблюдения, о пластиковых фигурках детей у обочин и прочих креативных вещах, которые призваны наставить водителей на путь истины. В гостях программы заместитель начальника соответствующего подразделения ГИБДД Владимир Вахтин. Ну а мы расстаемся до четверга. Всего доброго, удачи!